Добрый день всем, друзья! Хочу показать вам, как растет хмель. У него довольно большие листья, резной формы. На ощупь листья шершавые. Они такие похожие на махровые листики. В конце августа и начале сентября на хмеле созревают шишки. Они обладают рядом полезных свойств. Можно из них сделать отвар для мытья волос. Этот отвар убирает перхоть, нормализует жирность волос и укрепляет корни. Также шишки хмеля можно заваривать как чай. Этот чай помогает от бессонницы, при невралгиях, при неврозах, потому что хмель обладает седативным свойством. Мы используем его и в чай, и как отвар для мытья волос. Убедились на личном опыте, что волосы после него становятся густыми, блестящими. Волос становится действительно здоровым. Красивые зеленые сочные листья. И плюс много-много полезных свойств.